интересные тренажерные залы. Жалко, пропустили. Все закончились, кстати. Да, закончились. Прямо на дороге стоят такие прикольные эти педали, можно крутить, руки тренировать, ноги тренировать. То есть разные такие. Бесплатные тренажеры. Да, бесплатные тренажеры. Есть тренажерный зал. Да. Вообще интересно. Nu har vi lämnat Punta Mujeres och den här delen vi åkte in nu heter Los Morros och tillhör byn Arrieta. I de här byarna finns det inga hotell, men det finns många lägenheter för utlejning. Här har vi ett lägenhetskomplex som man tittar på internet om man vill bo här och boka själv. I Punta Mujeres finns det ingen sandstrand, men det finns 4 stycken halvnaturliga swimmingpooler som man har tagit vara på de naturliga lavaformationerna och väntat till lågvatten och så man fick till med lite extra stencement och stoppa ner en badsteg. Поэтому man они сделали 4 бассейна таких натуральных. Här i Arrieta så har vi en swimmingpool och en jättestor sandstrand. Och här finns det tillräckligt många med fiskrestauranger att man skulle kunna vara här på semester en hel månad. Песчаный какой-то пляж. Песчаный пляж, да? Ну, там может быть. Да, может быть. То есть здесь можно снимать, что она говорит, что здесь можно квартиры снимать? Квартиры снимать. А сколько цены не сказала? А вот цены не сказала? Да. Ну да, вот здесь можно снимать. Тут квартиры снимать, я смотрела здесь этот район. Во-первых, север, холоднее. А во-вторых, тут магазинов нет. Магазинов вообще нет? Ну, может, какой-нибудь супер-супер мини-магазин. Да-да-да. То есть их практически нет. En av de här halvnaturliga poolerna kan vi se mellan piren och det roliga huset. Har en liten mur som bryter vågorna precis och badstegar som man kommer in och ut. А вот, видишь, вот. Ага. Вот они сделали типа бассейн. А, внутри бассейн. Да-да-да. То есть он как бы из моря, но не оградит. То есть есть ресторан, есть на берегу, есть квартиры, которые можно снять. И, как мы видели, такой бассейн, большой бассейн, сделан прямо в море, но огорожен от моря. Да, прикольная тема. Да. Вообще, это всегда эта тема везде прикольная. А деревня это называется у нас... Арьетта. Арьетта? Как-то Арьетта. Арьетта, что-то. Арьетта, точно. Арьетта. А сколько стоит, ты не помнишь, сколько было? Цены не помнишь? Разные. Примерно. Были 120 евро в день. 120? Евро в день. Ничего себе. Были... 600 евро в месяц. Ну так, разница. А, то есть 600 евро в месяц тоже. Да. Ага. Так, ну что ж, в целях экономии батареи пока выключаемся. Едем дальше по острову Ланзарот. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.